лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. На Лаврском мосту мы встретились с диаконом, отцом Сергием Учинишвили, которого я давно знаю. Мы обрадовались друг другу. Я его пригласил сегодня на передачу. И пока мы шли, мы вспоминали о нашей молодости, как мы встретились. Встретились мы с ним у группы ДДТ на репетиционной точке, да? На студии, да. Да, у Юры Шевчука. Я тогда пришел, тогда строил подворье Антония Сийского монастыря и приходил за помощью. Потому что мне нужно было всячески рассказать об этом. Я Юру просил выступить в концерте, чтобы привлечь внимание общественности. Концерт прошел потом, да. Концерт прошел в кинотеатре «Свет». Прекрасный концерт. Приезжал настоятель, архимандрит Трифон. Вот, Юра откликнулся, он всегда помогает. Ну, и так мы с отцом Сергием, он еще не отец был, и я был не отец. Встретились, и дружба наша продолжалась эти годы. Встречались, я слышал, что отец Сергий где-то в Лавре начал подвязаться. А потом мы с ним попали в одну группу, в семинарию. Заочное отделение. На заочное отделение. Там весело учились. Я уже сейчас закончил. Экстерном меня перевели. Отец Сергий сейчас заканчивает. Да, учусь, да. Так что всех молитв прошу, как учащийся. Ну и сейчас вы, отец Сергий, диакон, да, Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Да, уже и год. Еще несете здесь нагрузку молодежную, возглавляете молодежный отдел, да, или как он называется? Ну, я бы даже это нагрузкой не назвал, потому что, честно сказать, меня всегда тянуло с самого, наверное, юного такого возраста к детям, к молодежи, и это для меня было органично всегда. И то, что сейчас произошло, это, вот помните, был такой случай может, не стоит его рассказать? Не знаю, как считаете. Академик Ландау в свое время, когда строился ядерный центр, он попросил не асфальтировать дорожки до тех пор, пока люди, работники, не натопчут свои дорожки вот эти необходимые, чтобы никто не ходил по клумбам, по газонам. И через какое-то время, когда уже тропинки наметились, он сказал, теперь асфальтируйте. Mm-hmm. Вот. Мне этот принцип вообще по жизни очень нравится, потому что я не люблю делать что-то наперекор судьбе, вот, поворачивать реки вспять, пускай они текут туда, куда их Господь непосредственно и ведет. Так и у меня в жизни получилось, что чем я занимался, то теперь для меня стало основным моим деланием, и это не нагрузка, это просто утверждение владыкой Назарием, моим непосредственным начальником, епископом кронштадтским, утверждение того, что я делал от души, по велению сердца. Служение, да? Теперь это мое послушание, и это благословение от владыки Назария. И я теперь возглавляю лаврскую молодежку, которая по воскресеньям в 16 часов в Лавре, в Свято-Духовском центре собирается в гостином зале. Мы разговариваем на душеполезные темы, полезные и для жизненного определенного опыта ребят и девчонок, и вот именно на духовные темы, когда у них возникает вопрос. А вот Александр-Невский фестиваль, это что? Александр-Невский фестиваль. Ну вот я сижу здесь с гитарой, вы сидите с гитарой, я с гитарой. Честно сказать, гитарой я занимался еще со школьного возраста, когда мой друг Володя Загоройко пошел учиться на гитаре. У него была чешская хорошая гитара в советское время. Вот, он учился там в школе, сольфеджио проходил, и какие-то волшебные другие слова говорил мне. Вот, несколько аккордов я от него узнал и купил себе 7-рублевую такую гитару, очень такую деревянную, на которой было сложно учиться играть, но я научился несколько аккордов брать, играть несколько песен. У нас был школьный ансамбль в 7-8 классе, мы репетировали вот, в школе, в актовом зале, это было очень удивительное время. Вот, и я там играл на бас-гитаре,
и пытался солировать. Я был таким лидером в группе. Вот. Но после первой же нашей вот этой попытки выступить на школьном концерте, я с треском тогда провалился. Вот. Взял очень низкую тональность, потому что побоялся, что мне не вытянуть будет. Получилась такая женского рода такая песня, немножечко миловидная, басистым мужским голосом. И, в общем, получилось не очень красиво. Я помню этот позор свой. И после этого я забросил занятия в школьном ансамбле. И, наверное, это было спасительно, потому что я недавно встретил своего друга из параллельного класса, который владел всеми инструментами и был центром школьной вот этой вот жизни музыкальной, популярнейшим человеком. Он играл и на танцах, и везде. Вот первый парень был. Ну, мой как-то конкурент вроде бы по дружбе. И сейчас, когда я его встретил много лет спустя, я увидел спившегося абсолютно, опустившегося до невозможности человека. Я с болью в сердце пытался в нем разглядеть вот того Лешку, популярнейшего, который был моим другом. То есть этот путь очень тернистый, очень сложный, и Господь меня от него, видимо, так хорошо отвел. А я знаю, что вы учились вместе с Виктором Цоем. Ну, да, или где это? Это дальше было? Или как? Ну, знаете, есть такой мой любимый американский фильм. Я американское кино не люблю, но вот есть фильм «Форрест Гамп» про человека с интереснейшей судьбой. Я очень часто провожу вот эти параллели с собой, потому что и у меня так же, как и у него в жизни, какие-то были невероятные встречи, невероятные какие-то стечения обстоятельств. И вот я учился, когда я из Севастополя приехал в Петербург, в Ленинград тогда, в Ленинград, в 78-м году. Я поступил в реставрационное строительное училище. Учился там 3 года. И там же учился Витька Цой как раз в это же время, в параллельной группе. Там училась моя будущая супруга, матушка Наталья, в параллельной группе. Я благодарен Богу, что я таких удивительных людей там узнал. И вот сейчас моя супруга – это часть меня. И все это легло в основание вот этой любви к песне, да? И... Да, в училище я был первый парень и играл на гитаре, и многих учил. И поэтому фестиваль, да? Нет. А как? Честно сказать, вот авторскую песню я никогда не любил. Я воспитывался на рок-н-ролле, я воспитывался на джазе, на хорошем, на классической музыке, на старинной музыке, на диско, которое было модно во времена моей юности. Вот. И поэтому авторскую песню, в лучшем случае, пару песен Высоцкого, Акуджавы и, может быть, Визбора, там, «Милая моя», «Солнышко лесное», вот, я мог бы послушать. И никогда бы не знал и не думал бы, что я когда-то буду авторской песней заниматься, еще и фестиваль возглавлять. Но в 2002 году мы готовили поездку на Грушинский фестиваль. Когда мы узнали, что есть такой фестиваль мощнейший, около 100 тысяч человек приезжают на неделю. Это огромный-огромный такой палаточный город. Все поют песни. Это, ну, удивительное такое событие. Но туда же и едут сектанты. Вот, пользуясь вот этим стечением людей, они там вербуют своих адептов. В частности, огромный Кришна-ленд. Около 1000 человек кришнаитов приезжают и вербуют к себе вот этих людей. Так, и мы решили... альтернативы, да? Да, и мы решили туда поехать, как православный лагерь, просвещать людей и хотя бы вот составить действительно какую-то альтернативу вот этим сектам. И в 2002 году мы как-то готовили, и некому было поехать. Я тогда был предпринимателем, у меня был свой тренажерный зал, я вообще спортсмен по жизни. Вот, и было свободное время, и так как человек, который организовывал все это, ему не удалось поехать, он говорит: «Сергей, езжай вместо меня». Я собрался и поехал. И я окунулся в этот аромат костров, авторских песен, этих православных людей, которые поют. Я настолько во все это влюбился, и все. Я понял, что я потерянный человек абсолютно. Вот. И приехав оттуда, тут же мы в сентябре месяце, 13 сентября 2002 года, провели первый Александро-Невский фестиваль в кинотеатре «Свет». А, понятно. Вот этот «Свет» оттуда уже светит 12 лет. Уже 12 лет мы проводим Александро-Невский фестиваль. Раньше он проходил 3-4 раза в год. Такие отборочные туры. Сейчас мы решили с Владыкой, что второе десятилетие мы будем проводить уже в 2 тура. Летний и зимний, и финальный. И недавно, буквально вот в декабре месяце, прошел 12-й фестиваль. Авторская песня – это теперь уже часть меня. И я стал уже, к сожалению, к песне относиться не так, как относился раньше. Потому что я не могу сейчас песню слушать просто так. Раз уж о Грушинском заговорили, возвращаясь со второго Грушинского православного лагеря, я взял в руки гитару, вспомнил, что я когда-то играл, и написалась песня по дороге, она называется «Песенка островитянина», она немножко, может быть, длинновата, вот, но она вроде как о моем мироощущении и о том, как я вижу эту жизнь. «Песенка островитянина».
Еще не вечер, мой друг, еще не прожит жизни круг, и нет причины нам с тобой грустить, пора обиды всем простить. А если всем грехи простить, скажи тогда, о чем грустить? На море белый пароход в страну заморскую зовет, а я на нем не поплыву, а я на острове живу. Я на Васильевском живу и очень остров свой люблю. Зачем мне ехать за моря? Зачем мне тратить время зря? Ведь я люблю свою страну, своих детей, свою жену. Я так люблю свою жену, ей ни за что не изменю. Когда я слышу детский смех, тогда счастливее всех. Тогда мне хочется мечтать и птицей в облаках летать. Как птицы в облаках летать, ах, почему б не помечтать? Когда я стану старичком, пойду рыбачить я с внучком. Мы будем рыб больших ловить и на костре уху варить. Уху мы станем с ним варить, чтоб всю родню ей угостить. Как хорошо, что есть семья и дом, где ждут всегда меня. А если жить и не любить, скажи, зачем тогда нам жить? Зачем тогда на свете жить и небо синее коптить? Уж если жить, так жить не зря, чтоб после вспомнили тебя, чтоб память о тебе жила за твои добрые дела, чтоб память о тебе жила и никогда не умерла, и никогда не умерла, и никогда не умерла. Такая... Хочется сказать браво. Такая песенка про жизнь. Да, хорошая, очень добрая песня, посыл. Спасибо. Да. Удалась, я так считаю. Ну вот она просто родилась сама по себе. Она была первой, как любой, наверное, первенец. Он очень дорог. И после этого случилось диво. Мои дети начали учиться на гитаре. И у нас в доме появилась гитара. То есть один из моих сотрудников, тренер, принесла гитару и дала им возможность учиться. Ну, они поучились и бросили, а потом гитара попала в руки ко мне, я начал на ней играть. Гитара была такая старенькая, но звучная, и вот пошло и поехало. Стали рождаться. А фестиваль этот нужен? Вот мнение такое вот изнутри. Что я могу сказать? Да. Я, во-первых, человек... как сказал обо мне мой преподаватель воскресной школы для взрослых, которую я при Смоленском храме в свое время в 90-е годы заканчивал, он сказал: «Сергей, ты истинно православный человек». То есть я могу о себе это спокойно сказать, потому что это цитата моего, не моя лично, моего преподавателя. Вот. По-другому я себе свою жизнь не мыслю, кроме как служение. И вот я просыпаюсь этой мыслью, ложусь этой мыслью. То есть, если я никакой пользы не приношу, тогда мне становится печально и тоскливо, потому что, ну а зачем? Смысл моего существования? Есть песни, продукты. В песне все сказано. А вот, да. И поэтому для меня вот самым важным сейчас является выполнять те послушания, которые мне дают. Потому что вот в Евангелии сказаны хорошие слова: «Поведу тебя одно поприще, иди с ними два».
Да? То есть не занимайся тем, что ты хочешь делать, а тем, что тебе Господь дает непосредственно делать, то и делай. А у меня теперь послушание заниматься этим фестивалем. Вот уже 12 лет я им занимаюсь. Потом следующий фестиваль на основе его родился, потому что вот я, у меня очень древняя грузинская фамилия. Ей 1000 лет. В моем роду были епископы. Вот последний из епископов, я поминаю его все время, епископ Ираклий, мой пращур. Были и певцы, были и министры культуры, и киноактеры. Вот во мне это как-то сошлось, этот синтез того и другого. Я священнослужитель и одновременно занимаюсь песней. Вот, и продолжаю какие-то традиции нашего рода. Ну, у меня и мама еще, она из Запорожья, с русскими и с запорожскими казачьими кровями. И это все во мне сходится, вот эта вот грузинская культура, русская, украинская, казачья. Вот. И есть у меня одна даже песня, знаете, она связывает как-то Россию, фон и Грузию. Это икона, Иверская икона Божьей Матери, которая очень почитаемая на Афоне. Естественно, Иверская – это от слова Иверия, Грузия. Да. Вот. И поэтому я бы хотел, может быть, вам ее показать. Но она не под гитару, она под фонограмму, потому что есть такие моменты, которые невозможно человеческими вот моими руками сделать. И мне помогали друзья Владислав Штирбу и Сергей Слободчиков, помогли мне сделать фонограмму этой песни. Давайте послушаем. Над морем огненный сиял, то сияние инок увидал. К морю он спустился торопясь и застыл на месте, удивясь. Что за чудо, стоя на воде, лик пречистой с кровью на щеке к берегу Афонскому приплыл и собою море освятил. Но никто не смог икону взять, не дается в руки Божья мать. Старец сходит водом не спеша, Гавриил, чистая душа, с кроткою молитвой он идет, до земли поклоны он кладет, лишь ему вручает Божья мать образ свой и дарит благодать. Игуменья горы святой вступила на Афон, и колокольный перезвон звучит со всех сторон. Вознесся к небу фимиам божественных молитв, и солнце радостно в крестах монастырей горит, и солнце радостно в крестах монастырей горит. И для меня очень важны вопросы славянского единства. Мы сейчас видим, что происходит в славянском мире, на постсоветском пространстве, что происходит на Украине, на братской. Без боли в сердце невозможно на это смотреть. Вот, более-менее как-то радует меня происходящее в Белоруссии, вот, у нас в России. И мы стали создавать Славянский молодежный союз. И провели первый фестиваль вместе с белорусами, фестиваль «Адигитрия» в Витебске. Там есть удивительно красивый амфитеатр, лучшая открытая сцена Европы, 7-тысячный зал красивый. Там проходит Славянский базар, известный фестиваль. Вот, очень хорошо упакованная звуком и светом эта площадка. Мы на ней проводим уже 10 лет фестиваль «Адигитрия». И после него идет у нас крестный ход из Витебска в Смоленск, как бы связывающий Россию и Белоруссию. Вот, и мы с российской, белорусской, украинской молодежью пытаемся наладить те связи, которые на политическом уровне каким-то страшным образом развалились после развала Советского Союза. И для меня очень важна вот эта вот
это ниточка славянская, которая должна обязательно нас соединять, сшивать вот через сердца наши. Мы занимаемся вот этим вот фестивалем уже 10 лет. Потом, когда белорусские наши друзья уже окрепли, через 3 года, наверное, изначально музыкальный фестиваль внутри самого фестиваля Дегтярева назывался «Небо славян». И потом они окрепли, и уже слово «славяне» как-то в политической была ситуация такая, что его пытались не употреблять и решили от этого названия отказаться, «Небославян». Хотя «Небославян», само сочетание этих слов, это из песни Константина Кинчева, группы «Алиса», одноименной «Небославян». Я у Кости попросил, говорю: «Кость, можно я возьму вот этот слоган, эти два слова для названия фестиваля?» Он говорит: «Ну, конечно, пожалуйста, бери». Вот, я взял его и взял еще второй слоган из его песни «Мы вместе». И у нас на наших футболках уже многие годы вот эти две надписи: «Небославян», «Мы вместе». После того, как фестиваль с названием «Небославян» в Беларуси прекратился, было принято решение в Киеве владыкой нынешним Назарием, владыкой Феодосием, тогда еще игуменом Феодосием, не закрывать это название, уже полюбившееся людям, а перенести с аналогичным названием фестиваль в Крым, в Севастополь, на Украину, откуда я приехал. И теперь там уже 7 лет проходит фестиваль «Небославян», еще и в Крыму. Поэтому вот эта славянская тема... Ты сегодня приготовил песни, да? Какая там следующая песня у тебя? Следующая песня. Вот видите, песни у нас, они не рождаются сами по себе. Вот от того, что ты захотела, она родилась. Угу. Есть какие-то обстоятельства жизни, и вот они выливаются как-то в песню. Мне попались в руки стихи Виктора Афанасьева. Сейчас он уже является насельником одного из подмосковных монастырей. Это был отрывной календарь. Я просто прочитал на листочке. И они легли мне в сердце, потому что как-то очень про меня. Вот. И была ситуация... Я уже рассказывал об этом, что у нас после фестиваля Дегтярева крестный ход пятидневный, 130 километров из Витебска в Смоленск, молодежный. И вот мы пришли как раз, когда первый раз в Смоленск, еще тогда был нынешний патриарх, был митрополитом смоленским, он нас встречал. Мы уставшие такие, чуть живые, с натертыми ногами пришли, и нас отец Александр, чтобы мы причастились... именно из рук будущего патриарха, тогда митрополита Кирилла, он нас провел именно вот в огромной массе народу вот туда, на Солью, вперед. Вот. И мы, крестоходовцы, вот стояли прямо перед царскими вратами, ожидая причастия. И в этот момент мы с одной из неплодных на тот момент матушек, которая 10 лет не могла вот зачать ребенка, вот, мы обернулись в храм с Солией и увидели там десятки-десятки детей, которые ожидали причастия, сложив вот так крестообразно ручки, как херувимчики, вот с этими глазами. Из алтаря лился свет вот этот вот солнечный. И они туда смотрели. Это было удивительное зрелище. Вот дети как ангелы. И матушка, так натосковавшаяся вот от того, что у нее нет детей, она смотрела, говорит: «Сергий, посмотри, наши батюшки это видят каждую литургию». Вот с тех пор мне захотелось быть священнослужителем, и сейчас я как диакон, выходя, уже вот и вижу эти песня. Глаза. Да. А песня родилась на очень простые аккорды, мы называем это квадрат, когда несколько аккордов звучат по кругу. Вот. Ее очень легко выучить и подпевать, так что, дорогие зрители, если кто-то сейчас в этот момент может подпевать, подпевайте. Вот. Родилась песня на стихи Виктора Афанасьева, мне, правда, пришлось чуть-чуть их изменить, чтобы они получились песни. «Дети как ангелы». Отец Анатолий, вы как старый, добрый музыкант, попрошу вас, может быть, вы мне в каких-то моментах, тот давайте. Квадрат легкий, подыграете на гитаре. Угу. Называется «Дети как ангелы». Слова Виктора Афанасьева. В волнах Фимиама и в солнечном свете сияет весь храм, как в небесном огне. Когда причащаются малые дети, и грустно, и радостно мне, несут и ведут их торжественно к чаше, и в каждого входит Господь наш Христос. Россия жива, под грядущее наше, которые вынесет зной и мороз. Ведь дети как ангелы, так станем как дети, станем как дети, чтоб в вечность войти. Дети как ангелы,
наши дети, станем как дети, чтоб в вечность войти. Что ж грустно-то, в детстве меня не крестили. Так рос я, никто не сказал мне о том, что жить надо с ангелами и со святыми, и с Господом нашим Иисусом Христом. Но я отчим отныне живу Его словом, и нет ничего мне милей и святей, чем быть Его сыном, пускай непутевым, и братом вот этих вот малых детей. Ведь дети, как ангелы, так станем, как дети, станем, как дети, чтоб в вечность войти. Дети, как ангелы, наши дети, станем, как дети, чтоб в вечность войти. За то, что подыграли. Мог. Вот все-таки не зря вы в свое время занимались много времени гитарой, и даже в рок-клубе у нас играли в Санкт-Петербургском, Ленинградском. Да. Хочу спеть тоже песню. Она сочетается с вашей песней. Она называется «Души безгрешные». Дети, души безгрешные. Души ушедших от нас людей. Вообще, стремление нашей души к чистоте и безгрешности вот заложено в этой песне. Терновый куст и месяц серпень хрипит, как престарелый конь. С кнутом хозяина десница, но этот сон попробуй тронь. Он может заново присниться бесплодием и маятой. И ты, омытый новым ливнем, не праведник и не святой, все в том же поле терпеливом. Где вы, души безгрешные? Где вы, рядом
с надеждою. Хочется похлопать сразу. Давно не играл, но так как... Ой, отец Анатолий, спасибо. Вот не зря вы нас лауреатом Александра Невского фестиваля стали. Не зря. Слава Богу. Жалко расставаться. Но у нас еще будет возможность поговорить. Жалко, что зрители наши не услышат продолжение нашего разговора. К сожалению, мы с вами прощаемся, дорогие зрители. Божьей всем помощи, Божьей благословения. С вами были я, священник Анатолий Першин, и программа «Лаврские встречи», и гость нашей программы, диакон, отец Сергий Ученишвили. Божьей помощи, ангела-хранителя. Спасибо, Господи.